День добрый моим подписчикам и кто случайно зашел на мой канал «Лошади и охота как вся жизнь». Вот, друзья, звесны, я летом в начале июня месяца, даже можно в конце мая запроговазывать. И больше я ее не запрогал. Вот прошло почти 4,5 месяца, я сегодня попросил у меня друг завести в соседнюю деревню плуг отремонтировать, там надо подварить. Немножко лопнул. И вот запрог азу, надел бубенчики, потому что по асфальте 3 километра надо было ехать. Она столько не запрогалась, мы ее для шума надели бубенчики. Сейчас, друзья, уже вот сегодня 5 октября начался охотничий сезон полевания на пушного зверя. Но я пока, друзья, путевку не брал. Пусть зайчики отдыхают, если мои гонцы их попогоняют. Но надо, вот уже сегодня, уже соспели мои белорусские горбузы. Надо подкармливать, уже пришла осень, но еще не золотая. Еще вот видите, акация растет, листья зеленые. И сейчас поеду на придаток забирать свои белорусские горбузы. Так что, друзья, поедем. Оу! Друзья, столько, видите, уже ей сок пошел, столько не запрогала, кобыла съела жирная, хомут тесноватый немного, но пока я ее подопял, потому что, покажите, пожалуйста, кто у нас здесь ходит, боюсь, я как не полетела она к веросу, и что, ну, вроде бы кобыла уже покрыта наша. Вот покажите, это нашей белорусской селекции вот такие вот, друзья, по России у нас на сотках. Жена уже садит лет 25 такие сорт горбузов. Вот покажите, сколько здесь у меня, где-то, ну, сотки полторы. И дома еще на родительском огороде растет медовая голландская тыква. Вот такие, друзья. Но уже будем звозить, будем выбирать, чтоб на коляды было, на охоту ходить му. Буду брать с собой, друзей угощать. Вот, друзья, килограмм 15, коли не больше. Ну, медовую тыкву буду скармливать. Наверное, друзья, сразу сейчас выберу, которые побольше, кушку сделаю, а которые уже меньшие отдельно. Меньше я буду сразу скармливать. Хорошее, друзья, подспорье. Так, если все нормально, не холодная, то мне хватает этих горбузов даже у января месяца, я еще кормлю.
Вот смотрите, друзья, мы садим с женой у три рода. Между радями сажу 2,5 метра. Когда они вот переплетаются, вы ж видите поле, как. И вот такие вот, друзья, вот красавцы его вырастают, видите? Друзья, базов 3, наверное, будет не меньше. Вот такие поросли у нас. Стояла последние вот весь сентябрь и половину августа стояла жара, но они, когда в июне шли дожди, успели захватиться, и вот слава богу поросли такие на славу. Так что, друзья, буду работать, ставим на паузу.